Мы працягваем сачыць за лёсам Елісея Чваркова. Напярэдадні хлопец з Гомеля перанёс аперацыю. Нагадаем, сродкі на лячэнне за мяжой сабралі. Елісею Чваркову ўрачы паставілі дыагназ – рак астэасаркома. У Беларусі была аказана ўся магчымая дапамога, але на сённяшні дзень неабходную аперацыю робяць толькі ў Ізраілі. На яе правядзенне спатрэбілася 76 тысяч долараў. Хлопчык верыць, што зможа пабароць хваробу і стаць пераможцам не толькі ў бітве за здароўе, але ж і ў спорце. Ён займаўся валейболам з камандай «Энергія». 7 жніўня Елісею зрабілі аперацыю. Мы звязаліся з яго маці па відэасувязі. Конечно же, это благодаря всем неравнодушным людям, которые его поддерживают, которые смогли помочь нам собрать деньги на операцию. Это не только гомельчане, это, наверное, вся наша страна. Я выражаю огромную благодарность всем людям, кто с нами, кто следит за нашей судьбой, за судьбой Елисея. К сожалению, предоперационное МРТ показало, что опухоль у Елисея увеличилась, и поэтому операция немножечко изменилась. Пришлось менять и коленный сустав, и часть кости. Но, несмотря на трудности, профессор, который производил операцию, сказал, что все прошло по плану. Сейчас Елисей находится еще на сегодняшний день в реанимации. Его состояние оценивают как стабильное. Единственное, что он испытывает очень сильные физические боли. По плане спотребится еще 6 курсов химиотерапии. Каждый из них коштует 22 тысячи долларов. Навыть невеликая допомога может стать бесценной. Сбор сродков протягивается, и каждый может допомогчи. Зробить это просто. Для этого необходимо перелечить грошовые сродки на любые из пропонуемых рахунков. Реквизиты вы бачите зараз на своих экранах.